Мы с вами в центре находимся. Это наша достопримечательность. Бутинский дворец. Как и это. Эх, какой широкий тротуар, красота. Сквер. Вот выиграли сколько мы там? 65 миллионов лет стараниями там. Волжина с Лисаренко еще в прошлом году они ездили. У них не получилось, никто их особо не поддержал. А нынче вошли призеры. Деньги на реконструкцию центральной части. Вот здесь даже сквер планировалось разрубить вдоль пополам. Так, я про коров забыл. А что они ходили? Цветы вот Марина Батькова своими учениками здесь. Там посадит, им будет приятнее цветочки кушать, чем просто травку. Там мой Даст приехал на тренировку. Пацанам к своим приехал. О! Бедный не может выйти на стадионе. Сейчас я его выгоню.